Приветствуем вас на нашем канале. Елена Малышева высказала свою позицию по поводу выбора места жительства наследников. Телеведущая не видит ничего плохого в том, что Юрий и Василий захотели переехать в Америку. Теледива нередко бывает в гостях у сыновей. Елене Малышевой не впервые задают провокационные вопросы на эту тему и пытаются поддеть тем, что ее наследники променяли родину на чужбину. Знаменитость решила положить конец домыслам и нападкам, озвучив свое мнение по данной теме. Малышева сказала, что ее дети относятся к тому поколению людей, которые не считают землю разделенной на страны. Своих наследников и их ровесников она назвала людьми мира. А вот себя теледоктор считает поистине русской. Она отметила, что не собирается бросать родину и переезжать на постоянное место жительства за границу. Кроме того, Елена Малышева поведала об отношениях с мужем. Пара прожила в браке уже 34 года. Ведущая считает супруга самым близким человеком. Несмотря на долгие годы, проведенные вместе, она не перестает восхищаться избранником-профессором. Также Елена Малышева отметила, что самому главному ее в свое время научила мать. По словам теледивы, близкие люди могут обижаться друг на друга. Но они все равно должны понять и простить. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки и пишите свое мнение в комментариях.